Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной информативный видос. Будем с вами говорить о созвездиях героя, не о чарках. Чарки я вам попозже засниму, кому какие. Частично я начал. Сегодня мы поговорим про то, что кому ставить созвездие. Многие спрашивают, не знают, что кому ловить. Конечно, на сегодня самое топовое — это уклонение для большинства героев. Даже с новым талантом у вас герой получается будет срабатывать намного чаще новый талант, который зависит от уклонения, плюс уклон дает возможность дольше продержаться любому герою. Но у меня не у всех стоит уклонение, и бессмысленно его для всех героев ролить, потому что, ну, скажем так, в большинстве случаев оно не спасет, особенно на 30-х прорывах. Там все равно будут попадать, смотрители как попадали, так и будут попадать. Но это такое, знаете, самое универсальное. Итак, поехали, давайте, я даже не знаю, как это сделать лучше. Давайте зайдем через судьбу, а потом я вам просто покажу. Или давайте сначала покажу, а потом зайдем через судьбу, я расскажу, кому что бы я поставил. Так, тыковка. Вот такая вот у меня есть шапка. Ну, для нее, естественно, вы ее, кроме подземок, скажем так, больше нигде использовать не будете. Поэтому бессмысленно там на нее что-то мега крутое ролить. Это для нее самый лучший вариант. Это шанс крита и крит урон. Вот так она у меня собрана, плюс атака. Тут можно не выдумывать, не заморачиваться. Я заодно и пощелкаю себе, чтобы нигде случайно не слил, хотя это вряд ли будет. Так, наверное, давайте вот так вот по актуальности героев даже пойдем. Ну, здесь стоит уклонение, потому что для этого героя с новым талантом это топово. Можно попробовать крит сопротивления, чтобы не пробивали, но его и так не пробивают. Жизнь как вариант, но у него жизни тоже много. Ну, такой вариант — это идеальный для оккультиста. Такс. Видите, так я не могу щелкать, поэтому придется, ну, в принципе, можем так. Ну, зефирка, то же самое, новый талант плюс уклон. Можно попробовать шанс крита добавить, но если у вас хороший прокачанный прорыв, его донат, то, конечно же, лучше такой вариант для всех локаций. Так, свален, то же самое, уклонение, крит, ну, он как бы особо там не будет у вас критовать. Универсально, конечно же, делать уклонение нету, делайте крит сопротивления, собирайте его полностью в деф. Ну, я бы так сделал. Землеройка, однозначно уклонение, чтобы дольше продержался. Жизни у него вроде как бы немало, но заодно и посмотрите чары, у кого какие стоят. Но в нынешних реалиях лучше всего, конечно же, для него уклон, по возможности побольше, крит сопротивления. Ну, я не советую ролить 6 там сразу же 5-х уклонений, это бессмысленно и пустая трата денег. Все равно как пробивали, так и будут пробивать. Космо, он у меня собран под архидемона. Крит урон, шанс крита, точность, атака. В идеале, конечно же, чтобы космо у вас дольше жил, это, если вы собираете на PvP локации, это уклонение, крит сопротивления. Да, крит сопротивления реально работает на многих героях со временем протесте. Роза однозначно топовый герой, и только уклонение. Как вариант, можно добавить жизни, она деф дает себе. Ну, в принципе, такой вариант, это будет идеальный. Я говорил, буду защелкивать, так и не защелкиваю. Какая разница, в принципе. Здесь то же самое. На уклонение собран для PvP локаций. Однозначно. Овощи собирать можно. В дефный вариант. Это крит сопротивления, жизни. Во что-то еще его точить, ну, бессмысленно. Если у вас невысокий топ, можно ставить точность для того, чтобы попадать. Чем выше у вас будет прорыв прокачан, тем меньше вам надо будет потом, чтобы по герою попадали, то есть точность будет не настолько актуальна. Так, с ледяха. Ну, тут, знаете, изначально у меня ледяха была
собрано с уклонением, но я понял, что бессмысленно, так как в большинстве случаев он включается дальше, этот уклон ему и не туда, и не сюда. И я решил все-таки, чтобы он меня хорошо критовал, дамажил, сразу же критом под архидемона его можно собирать, поэтому я у себя сделал вот так, и в принципе мне этого вполне хватает и для битвы гильдий, и для других локаций. Здесь вариант можно сборку делать, но я сделал такую сборку универсальную, крит, шанс крита, плюс атака, плюс сопротивление, уклонение на ней, я не знаю, как по мне, бессмысленно, ее надо собирать либо в деф, но это же опять же той уклон, либо вот так вот качать для подземок. На подземках командорка реально будет крутая с атакующими созвездиями. Бугич за счет оживы, в принципе, самый хороший для него вариант, это ему добавить точности, шансы крита и плюс атаки, там, либо крит урона, у него есть ожива, поэтому даже если он сдохнет об отражалку, он нормально надамажит. Вот так вот. Уклонение бессмысленно. Рогатка аналогично, я ее собирал на урон, то есть тут сборная такая... Для ЗБшки вот этого варианта хватает, тратиться на уклон тоже, я считаю, бессмысленно. Так как у героя есть отражалка, надо, чтобы по нему попадали. Можно попробовать жизнь заточить. Все, конечно, зависит от того, какими вы ресурсами располагаете. Так, Махатмушка. Обалденный герой, универсальный, поэтому я здесь не заморачивался на чисто уклонениями. Я ставил так, чтобы она критовала, чтобы было немножко уклона, плюс жизнь, как-никак это лучше, чем заточить под что-то одно, потому что потом в итоге она будет заточена под одну локацию, к сожалению. Так, это что у нас? Это у нас сборка даже на атаку, я тут не поменял чарку, это я тестировал что-то. Так, Асурик, если вы наролите вот такой вот уклон, точность он все равно будет скиллом попадать. Для чего здесь уклон стоит? Для того, чтобы в PvP локациях он подольше жил. Да, меньше отражалки будут, меньше попадать будут. Но самая основная его задача — это включиться. Когда он включится, с ним реально сложно справиться. Дефа у него, в принципе, и так хватает за счет отражения. Жизни тоже у него нормально, поэтому с уклонением он дольше проживет. Соответственно, я так собрал, чтобы он хоть как-то включился на PvP локациях. Так, ну тут все понятно, тут чисто уклон, донатный герой, чем выше уклонение, тем лучше он будет себя чувствовать. Собирать на атаку, ну я не знаю, можно пробовать там добавлять крит удара, крит урона, но он и так будет у вас критовать, а вот уклонение для этого героя это самое оно. Рибет, сборная солянка, бессмысленный герой, я его не использую. Здесь я точил под архидемона, под PvP локации, под убийство в лабиринте. Лабиринт я вам показывал. Здесь чисто уклонение должно быть, так как это как и дерево. Очень классный герой для битвы гильдии, для PvP локации, чтобы дольше жил. Либо такой вариант, либо крит сопротивления жизни, атаку бессмысленно собирать вообще. Такс, Фрея, изначально, кстати, надо доролить, изначально она у меня была собрана на крит удар, то есть шанс крита, сейчас я поменял талант на них, и, соответственно, я ее юзаю везде, она, в принципе, за счет прорыва у меня критует, 30-й прорыв у вас там нормальные статы будут, поэтому... Бессмысленно уже ей тут крит удар ставит, чтобы она критовала. А с новым талантом надо чем побольше уклонения. Такая сборка у вас будет на PvP локациях тащить, на битве гильдий. Точность, многие ставят ей типа точность, она и так попадает, в принципе этого хватает. Так, опять точность. Надо доролить созвездие. Заодно я посмотрю, где у меня там четверки завалялись. Никогда нам не видеть 10 лямов самов. Так, давайте. Вот такая вариант. Крит сопротивления бессмысленно, но пусть будет. Мне этого все равно хватит. Так, окей, поехали дальше.
Немножко не так выхожу, поэтому теряемся. Так, есть. Поехали дальше. Заклинательница. Бессмысленно, что вы там наролите. Герой такой, знаете, специфический, без доната его все равно вкачать на максимум не смогут. Это будет пустая трата денег донатом, оно бессмысленно. Поэтому крит, крит урон и на подземке будет самое то. На PvP локации, в принципе, тоже как вариант. Такс, однозначно вот такая вот сборка, уклонение плюс новый талант, я показывал, плюс ИСУ, обалденная тема, можете посмотреть обзорчик на канале, недавно выложил, мне в принципе нравится, либо же жизни можете крит сопротивления нафигачить, герой должен дольше выживать, соответственно у него все зависит от количества атак на него. Он такой будет иметь отхил. Здесь универсально, чтобы критовало, чтобы был уклон. Бессмысленно точить что-то одно. Фрэнки у меня заточен чисто такой вариант под битву гильдии, чтобы не сливали, крит не проходил, ну и немножко дамажил. То есть такой вариант под уклонение бессмысленно тоже. Ворожей. Я им давно не занимался. В принципе, вот 3 пятых уклона есть. Этого вполне хватает. Жизнь, крит сопротивления для отхила еще атака. Тоже, в принципе, хватает. Я не буду жаловаться, что мало. А Некрос, он уже не актуален. Такая сборка, как была изначально, так и осталась. И ее, в принципе, хватает. Его в любой сборке будут сливать. Хотите тратиться, ставьте там уклонение. Нет, ставьте крит сопротивления. Он все равно будет на отражалках убиваться, если вы правильно не подберете талант. Тесса тоже спорная солянка, я практически не использую. Рина чисто под урон собран когда-то, тоже тут не особо актуально будет даже уклонение. Стрелок заточен под архидемона больше, ну тоже видите сборная, ну этого вполне хватает. Крита хватает за счет прорыва, можно наролить уклонение, и тогда стрелок у вас будет реально тащить. Крит сопротивления тоже неплохо, можно и жизнь за счет того, что есть понижение входящего урона, тоже неплохо. Ну, Ронин тут однозначно уклонение, если у вас ожог, нету ожога, чтобы вы не поставили, его будут сливать. Так, это кто у нас? Это у нас Анубис, это я что-то делал. Кстати, видите, я... Сейчас потратим все последние деньги. Двойка, тройка, пятерка, крит сопротивления. Такая вот сборка с уклонением, в принципе, он дольше всего выживать будет, с новым талантом он будет хоть как-то тащить. Плюс урон, мы опять же учитывайте то, что в основном этот герой используется в большинстве случаев на подземке. На подземке это ставите крит удар в первую очередь, чтобы он критовал. Крит урон, да и в принципе все, это самое основное для него. Вы можете атаку, если есть. То есть такой вариант, ну я не знаю, уклонение, это как по мне на сегодня бессмысленно. Здесь шанс крита, так и в героя крит урон встроенный, шанс крита и чисто мясорубка будет обалденный герой на урон. Здесь можно сборную солянку устраивать, у меня вот жизнь, так как жизни у хранителя дофига, плюс там какие-то таланты будут, бессмысленно ставить там какие-то криты, крит сопротивления. Поставили нормальные чары, это и этого героя хватает, это бафер. Можно даже танковать. Малыш Ник, крит урон, он критует и так неплохо, плюс крит немножко, плюс точность на добивание, такой сборки хватает. Такс, призрачный можете что хочешь ставить, бесполезно, бессмысленно. Здесь крит плюс точность стоит, это так чисто когда-то тестировал. Ну, желательно крита побольше на архидемона, самое то. Здесь можно сборную солянку, тоже герой очень быстро убивается. На сегодня не настолько актуален. Конечно, смотря какую сборку сделает, но вот такого варианта хватает. Заморачиваться не стоит, собирайте там на какой-то жизнь, крит сопротивления, ну, уклонение бессмысленно. Медуза аналогично под архидемона заточена для тестов. Крит плюс дамаг, что выпадет. Для PvP локации, в принципе, за основная задача это ударить, можно то же самое, дефный вариант какой-то собрать. Дракос,
то же самое аналогично не используется. Укротитель крит дамаг для подзема, когда ты тестировал, тоже, что получите, то получите, не заморачивайтесь. Риделио аналогично, как и медуза, использую довольно-таки часто на PvP локациях. ПДшка плюс ремка там, либо железка плюс ремка, максимум урона, и она сносит отлично пачки. На урон ее нужно собирать. Укротитель от архидемона заточен. Так, душек это мы тестировали, показывал. Чем больше уклонения, просто неубиваемый. Плюс крит сопротивления, чтобы не пробивали так часто, но все равно будут пробивать. Ватка бессмысленно, что наролите, то наролите. Арктика собрана вся на крит. Для архидемона раньше использовал, так сейчас не использую. Это у нас был тест. Довольно-таки неплохой кенди, повышает себе еще уклонение. Тоже неплохой герой, но бессмысленно вы его использовать не будете. Гаргул. Жизнь плюс крит сопротивления, плюс немножко крита. Я считаю, это универсально. Есть у вас деньги, но без доната можете уклонение ролить. Так, это кто у нас? Дрейк. Крит. Крит плюс крит урон рольте. У меня просто так и осталось уклонение. Потому что в топах бывает, иногда надо уклониться. Такой вариант тоже вполне нормальный. Бессмысленно ролить все уклонение. Череп под архидемона был собран. Да, и так под провокации раньше когда-то. Чисто, чтобы критовал. Что вы ему не поставите, с него снимают в большинстве случаев бафы. И он бессмысленный уже. Но на низких левелах вот такой вот череп будет тащить. Так, это кто у нас? Гарпия. Можно даже пролистывать, не заморачивайтесь. Дерево. Уклонение, крит сопротивление, дефный вариант, универсальный, на PvP локациях самое то. Варлок бессмысленно, укротитель аналогично, они уже не актуальны на сегодня. Химка от архидемона собрана, чтобы максимум крита было. Так, фея аналогично, бессмысленная сборка. Тут тоже от фонаря сборка была. Шанса крита добавляйте, где-то у вас будет дамажить, но они не актуальны, вот эти вот герои последние. Как видите, на них такие сборки, чисто лишь бы были. Так, ара, ну можно уклонение наролить, конечно, но здесь тоже сборно, я его редко использую, мне хватает одного залпа от него, если нужно. А дракон аналогично, фараон аналогично, это все. Купидон, раньше он у меня был с критами там совсем, сейчас я просто его на хп забафал, для древних, древние проходило, чтобы дольше выживал, плюс ИСО поставил, самое то. Такая вот сборка тоже бессмысленная. Атлант у меня, кстати, вот заточен на жизнь, максимум жизни, плюс дефный вариант, очень круто смотрится против 30-х прорывов, очень веселые ситуации бывают. Смерть, смотрите, видите, сколько у меня тут еще недороленного оказывается. Ну, чисто такой вариант, это мы трешивали, проходили подземки. Вариант очень даже неплохой, с критами выдает, очень круто. Что-то другое ставить бессмысленно. Минотавр, однозначно атака, крит, крит урон. Вот такой вот вариант вам хватит с головой. Не тащите его там на атаку, либо на крит. Делайте что-то универсальное при нормальной сборке талантами и чарами. Ну, у меня это вариант, это мы тестировали с ИСО. Тоже, кстати, очень прикольный вариант. На прорыве 30-м круто смотрится. Тыковка под архидемона в основном сделана. Ну, я не менял ее бессмысленно. Это старенький герой, друид. Аналогично. Тут тоже все сделано просто для того, чтобы было максимум силы. Ниндзик. Шапка, я ее показывал. И имба паладин. Да, плюс жизнь. Вот так вот. Такие вот у меня герои. Я вам показал все герои, у кого что есть. Вы уже пишите в комменты, кому что непонятно. Я буду вам отвечать в комментариях чаще. Кого что интересует. Все, всем удачи, всем пока.